Именно звук здесь нужен. Не важно, здесь звук нужен. Угу. Давай. Привет, Урал! Опорный край державы. Ага. Это потом мы вмонтируем. И все знают теперь об этом. А теперь же новая подводка. Да. Сейчас. Тут такие просто города. Да. Да, она. Я туда наплевал. Так, давай. Салют, Урал! Опорный край державы. Мы приветствуем зрителей Екатеринбурга, Каменско-Уральского и Нижнего Тагила. Первоуральск, Серова, Новоуральск и всех 4 миллионов телезрителей Свердловской области. С вами самое популярное музыкальное шоу «Жара в Вегасе» на телеканале ОТВ. И самые популярные ведущие – обворожительная Яна Кошкина. И обаятельный Константин Тарасюк. Сегодня у нас только топовые артисты и наикрутейшая музыка. И начнем мы, внимание, с группы Five Star Family. Поехали! Опа! Это только начало, друзья. Фальшстарт. Ну, я уже, да, по-другому вас назвал. А вы уверены, что я не говорила с людьми? Нет. Поаплодируйте Яне Кошкиной, чтобы она поверила в себя сегодня. Удивительно, что она может не верить в себя. Итак, друзья, совсем скоро мы хотим вас ровно через 4 минуты мы вас позовем на прямой эфир. А через 2 месяца уже, да, всего лишь 2 месяца мы с Яной зовем вас принять участие, точнее даже стать неотъемлемой частью жаркого Нового года. Точнее прям, да, с 31 на 1 в Новый год провести с нами в Крокус Сити Холл. Ох, там будут и столы, набитые едой, там будут и артисты, набитые едой, и ведущие такие же. В общем, мы вам гарантируем шоу мирового уровня. Так Новый год вы еще никогда не могли отмечать нигде. Артисты, например, Эмин вам. Как, нормально? Нормально. Григорий Лепс, а? О! Кто там еще? Владимир Кузьмин, а? О! А, напомните мне в ушко. Кто у нас из артистов уже там точно есть? Полина Гагарина. Полина Гагарина, а? О, Да, по-моему, даже Слава. В общем, я вам просто рекомендую, если вы хотите как-то ярко Новый год этот встретить, то зайдите на сайт crocusdefishall.ru и давайте его встретим вместе с нами. Вот в том числе вместе с нами. Мы будем там, мы будем отмечать Новый год вместе с вами, праздновать год вместе с вами и любоваться перспективами Нового года. Поэтому, друзья, мы вас приглашаем и очень ждем там вместе с нами отметить Новый год. А теперь давайте стандартная разминка рук. Ну, мне тоже почитать. Ну ладно, стандартная разминка рук. Начнем. Да, перевернул. Хорошо. Итак, давайте сначала начнем сверху. Может быть, в этот раз получится вас услышать. Обычно вы такие молчаливые. Третий этаж. Поаплодируйте, дайте какой-то шум. Ян, я тебе оставлю первый этаж, чтобы было громче. Давайте, второй этаж, дайте хоть какой-то звук. Вот, уже лучше. Ну, Ян, давай. Первый этаж, вы готовы? Громче! Уже готовится выйти на сцену. Подожди, сейчас опять заиграет музыка. Давайте, а теперь все вместе три этажа, чтобы вы слышали в другом конце Вегаса. 3-4, бегаем! Дело, вон там ленивая серединка. А может быть так плотно, что они просто руки подтягивают? Там сидят и едят, понимаешь? Им слушай, а у них вообще вышка, представляешь, они такие, да, браво, молодцы. Можно пораньше, я лучше заканчиваю. А, между прочим, 5 апреля 2019 года, вы думаете, что это так далеко, но нет, очнетесь, а оно уже завтра, состоится вторая ежегодная премия «Жара Music Awards 2019». Это будет нонсенс. Поверьте, артисты, например, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Джахалик, Хамаи Наваи, Эмин,
Николай Басков, Маруф. Все, что мне сейчас продиктовали в ухо, я вам перечислил без ошибки. И более того, самое важное. Да, Лен, я знаю. Я это писал. Так вот, абсолютно все в этот раз, дорогие друзья, голосуют не только звезды. Да, в прошлом году так было обидно, так хотелось. Да почему он, когда он, да, в этот раз, в этом году, 2019, голосуете вы? О как! Вы выбираете, наконец-то ваш голос хоть как-то услышит. И более того, увидит, и он действительно работает. Никакого заговора, никаких обид у вас не сможет быть, потому что вы даже видите, как ваши голоса активны, и вот в этих столбцах появляется ваше слово. С удовольствием. Так вот, поэтому, друзья, голосуйте там. Но чтобы голосовать там, вам нужно, естественно, приобрести билет. Поверьте, там еще миллиард всяких ништяков, которые будут доступны вам при покупке билетов. Ой, как ты красиво говоришь. Я устал. Может быть, на этом концерте и... Вылетела птичка. Ой, откуда? Мы начинаем самое яркое, самое жаркое шоу страны. Это «Жара в Вегасе». Как же мы соскучились по всем вам, дорогие зрители. И чтобы вы запомнили этот день на всю жизнь, мы приготовили для вас супер наикрутейшую и талантливейшую музыку. Очень талантливейшую, не менее талантливейшую, чем ведущие. Обаятельный Константин Тарасюк. Благодарю, моя богиня. И невероятной красоты девушка Яна Кошкина. Такую нигде больше найти, чем кроме как на телеканале «Жара». Я вам рекомендую смотреть вас. Ну а сегодня на эту сцену выйдут потрясающие артисты. Альбина Джанабаева, Бьянка, Митя Фомин. Five Star Family, Крафтс, Тони, Сайга. Анастасия Спиридонова, Татьяна Котова, Нола. И это только начало. Мы вам перечислили вроде бы всех, но главное же не тот, кого мы назвали, а главное те, кто выступили. Вы думаете, я сказал чепуху? Но нет, потому что сейчас вы увидите артистов, которые зажгут здесь, и вы поймете, что главное увидеть и услышать их, а не просто, чтобы мы вам их назвали. Встречаем на сцене Five Star Family! Hey, привет, Жара! Мы на дно подрываться вместе с вами! Not
Ну что ж, отличное начало. И продолжить мы хотим с нашей новиночки вибрато. Нам потребуется ваша поддержка. Давайте все поднимем руки. Все. Yeah, don't give up.
Спасибо, Жара! Спасибо, с вами была группа Фастаф Фэмили! Продолжаем жару в Вегасе. Как вы поняли, мы переместились на наши любимые уютные диваны. И готовы.